А вам никогда не казалось странным то, что в Лунтике все персонажи в одном экземпляре? Ну, например, дядя Шнюк один, и больше в мультике нет других пауков и так далее. Один раз нам показывали другую гусеницу и червяка, но после этого нам их не показывали. И вот моя теория про все это. В этом всем замешана бабушка Барбоскиных, но кто она? На самом деле она бешеный ученый. И лес Лунтика – это не просто лес, а изолятор, созданный бабушкой Барбоскиных. Для своего очередного эксперимента. А та другая гусеница и червяк просто были убиты бабушкой Барбоскиных. Потому что случайно попали в изолятор.